воспитываете своих детей? Никак. Они растут сами. Я могу рассказать, как. Или лучше не надо. Если родители своим личным примером показывают детям правильное отношение к жизни, правильное отношение к людям, к детям, то, мне кажется, дополнительно ничего не нужно придумывать, потому что дети перенимают это все, как губка впитывают, и дальше повторяют то, что делают родители. Нотации и воспитание детей – это все от лукавого, скажем так. Молодые, лучистые, счастливые. Петр и Наталья вместе уже 14 лет. Кстати, красавица супруга – коренная москвичка. Это длинная история. Да. Я в ту пору работал музыкантом и поехал выбирать гитару. Мне папа подарил гитару. Ну и мы поехали с ним в Москву выбирать гитару. Собственно, у нас родственники в Москве, мы приехали, долго проходили по Москве. И вот Наталья и ее родители, они соседи. Соседи и друзья наших родственников. Мы остановились у них вечером как-то, сели, скажем так, похвастаться покупкой. Ну и пришла Наталья, вот, собственно, с этого началось наше знакомство. Решил, что надо, наверное, действовать. Ну и вот заманил ее в наш город. Сначала сопротивлялась, говорила, поехали туда, поехали в Питер. Ну, а сейчас уже и не хочет никуда ехать, все нравится, все хорошо. В жизни ничего случайного не бывает, все к добру, уверен глава семейства. Мудрый план реализуется свыше, шаг за шагом. Просто нужно чаще прислушиваться к себе. Вот и тогда Петр понял, что именно Наталья его судьба. Удачно вышла замуж. Да, это очень важно. Нет, ну я без иронии. Правда, очень не удачно. Нет, вообще не жалею, ни капли. У Петра Сычева прекрасное музыкальное образование. Он играет почти на всех инструментах, душа компании. Но основной род деятельности молодого папы – медицина. Я занимаюсь на сегодняшний день рентгенологией. Я работаю в нашем онкодиспансере. Вот, и являюсь там доктором. На сегодняшний день у нас появилось огромное количество аппаратуры, которая способна на самых ранних стадиях выявлять онкологический процесс. И появились многие программы скрининга. Благодаря им мы имеем возможность на ранней стадии выявить заболевание. Поэтому, конечно же, выросла выявляемость очень сильно за последние буквально там 5 лет. И благодаря этому, конечно, статистика немножко сдвинулась, особенно вот в Курской области. Но у нас же и хорошая статистика по выживаемости и по лечению. Именно поэтому тоже, потому что мы выявляем все на ранней стадии. В семье Сычевых все расписано по минутам. Несмотря на то, что работа занимает большую часть жизни, нужно уметь находить время на семью, отдых, спорт и полезные занятия. Надо для начала приоритеты расставить. То есть самый главный приоритет – это семья. И от этого уже все отталкивается, потом все остальное. Садишься, пишешь план, смотришь время, которое ты тратишь на работу, на детей, на всех. И после этого получается, что часа 4 в день находится без проблем. На самом деле надо просто начать. И все. Надо просто встать и выйти во двор. И больше ничего не надо. Это сложнее всего. Это сложнее всего. Одеть кроссовки, выйти во двор и побежать. Неважно, когда, неважно во сколько, совершенно неважно. Можно это делать и ночью. Все остальное это отговорки. Легкая атлетика – любимое занятие папы и старшего сына Кирюши. Когда нету времени, вот я не хожу на тренировки. А папа так говорит: одна пропущенная тренировка ведет ко всем пропущенным тренировкам. Я один раз пропустил тренировку, уже 5 тренировок пропустил. А еще у Кирилла есть любимый питомец – овчарка Бонни. Вместе с четвероногим другом мальчик мечтает отправиться в Китай. Ну, если на машине, это где-то дней 40 надо ехать. С собакой, да? Да. А если на самолете, 13 часов. Но я думаю, лучше на самолете. Ну ты вдвоем с собакой хочешь? Да, да. А родители? Правда, да? Нет, ну правда, собаку надо будет куда-нибудь спрятать, чтобы ее... Может, чемодан большой надо? А как она дышать будет? А дырочки? Дырочки, а если она ей захочет? Строгий папа вряд ли разрешит отправиться в такое длинное путешествие, да еще с собакой, переживает Кирилл. Я хотел один раз ходить до мусорки с ней, меня не отпустили. Младший сын семьи Сычевых Володя увлекается спортивными танцами, мечтает вырасти смелым и умным.
В семье Сычевых два сына и Лапочка-дочка. Что ты любишь кушать? Я люблю кушать макароны. Так. С молоком и сыром. А и манную кашу. Манная каша – это моя любимая каша. Это моя. Моя любимая. А моя еще каша – любимая гречка с молоком и сахаром. Это моя любимая каша – манная. Я люблю еще покушать что-нибудь полезненькое. Например, ты же танцор, а танцорам нужно хорошо пить. Например, как летом, мясо, суп, картошку. Всякие овощи. В этой семье все невзгоды преодолеваются вместе. Как и у всех, порой бывает и раздражение, и повышенный голос. Но все это с лихвой покрывается отцовской и материнской любовью. Вот это вот моя семья. Моя любимая. Семья. Да? Да. Семья. Дружная, крепкая. Будут ли детки еще в вашей семье? Что планируете? Я помню. Папа у нас изначально планировал 5. Ну, пока мы решили остановиться, пусть эти подрастут, дальше посмотрим. Моя мама хорошая, ласковая, красивая. Наша семья любит всякие старые фильмы, всякие новые фильмы, всякие там Star Wars, Marvel, все такое. Ну, я приучен к Star Wars и к Marvel. Это, походу, самые мои любимые эти фирмы. Marvel – это Мстители, там Железный Человек, Капитан Америка, все такое. А Star Wars – это Звездные Войны. Но самое любимое занятие – это окружить дорогого папу и всей семьей петь под гитару. Нахлынет вечером, садишься там за рояль или берешь гитару в руки и просто детям перед сном орешь от души. Снег, 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 летит с небес не тая, ты рядом хочешь быть. Снег, 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 зима за облаками, мечты твои чисты, я знаю. Снег, 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 летит с небес не тая, ты рядом хочешь быть. Я знаю.